В Вилюйском Улусе состоялось выездное заседание коллегии Министерства охраны природы республики по вопросам охраны окружающей среды. Подробнее в следующем сюжете. Вилюйский Улус – основной поставщик голубого топлива в республике. Именно поэтому сегодня в районе прошло расширенное заседание коллегии Министерства охраны природы республики. Вопрос напрямую связан с газовой промышленностью, ее воздействием на окружающую среду. И, насколько я знаю, 86% всего добываемого газа на территории нашей республики добывается вот на территории нашего Улуса. Вот поэтому вопрос этот очень актуальный. Вот, и я очень рад, что Министерство охраны природы пошло нам навстречу и согласилось провести на территории нашего района свою коллегию. Я думаю, что это действительно очень серьезный, большой первый шаг по охране нашей окружающей среды. И я думаю и надеюсь, что в последующем эти связи будут только крепнуть, и совместно с Министерством охраны природы мы сделаем все возможное, чтобы защитить нашу природу, здоровье наших людей и наше будущее. Еще весной Министерство охраны природы республики договорились с руководством района для рассмотрения вопроса влияния газодобывающей отрасли на природные среды Вилюйского Улуса. Мы проводили мониторинговые исследования. Проводим мониторинг за деятельностью хозяйствующих субъектов. Сегодня ознакомились с объектами и будем рассматривать природоохранную деятельность ЯТЭК, Сахатранснефтегаза. И, конечно, будем вырабатывать рекомендации, чтобы совершенствовать мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду. По завершении заседания коллегия вынесла решение разработать и представить на согласование в Министерство охраны природы комплексную программу предприятия по охране окружающей среды. Анна Васильева, Никентий Колесов, НВК Саха, Вилюй.